Прыжок веры. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, только с одной командой, где сегодня мы будем рассматривать, как стать ассасином в Майнкрафте. Да, ребята, создатели команд все не перестают нас удивлять и создают разные и очень полезные команды, с помощью которых просто-напросто можно отлично провести время. Но, ребята, перед этим, как обычно, я хотел бы вас очень сильно попросить, не забываем о нашей игре, ребята. Если мы сегодня наберем 700 лайков, сегодня что у нас? Среда, да? Если мы сегодня наберем 700 лайков, то завтра, я вам обещаю, то, что завтра выйдет новая серия без модов, где мы там, допустим, я не знаю, станем Железным Человеком, или там Аватаром, или Терминатором, или кем угодно, ребята. Если мы сегодня наберем 700 лайков, а завтра серия почему-то не выйдет, я вам даю слово то, что вы можете мне написать ВКонтакте, чтобы я вас добавил в друзья, чтобы я вам подарил подарок ВКонтакте, чтобы я вам расписался на стенке и даже, возможно, сделал сигнал. И я не вправе буду отказать, потому что лайки мы набрали, а серия не вышла. Но все же я обещаю то, что серия выйдет. Поэтому если вы хотите видеть завтра новую серию, то давайте наберем 700 лайков. Также не забываем оставлять комментарии. Это относится к проверяльщикам, которые любят писать комментарии, мол, Эдисон мне не ответит. Но все же я отвечаю своим подписчикам. Если ты хочешь со мной пообщаться и не веришь в то, что я тебе отвечу, дождь твою мать, то можешь оставить свой комментарий и увидишь то, что я тебе отвечу. И также, последнее, не забываем подписаться на мой канал. Я тебя, прям вот тебя, чувак, хочу попросить подписаться. Я буду очень сильно рад, если ты вступишь в нашу большую дружную семью. Я рад каждому новому подписчику. А мы, ребята, приступаем. Что мы делаем в первую очередь? В первую очередь, как обычно, нам нужно создать, точнее не создать, а выдать себе командный блок. Это делается очень просто. Пишем вот так, потом Minecraft, потом командный блок, и нам сразу выдается командный блок. Очень-очень-очень-очень просто. Что дальше? Ставим его на землю, пишем в него команду. Команда уже находится в описании. Все, что вам нужно, это просто перейти, скопировать и вставить ее в командный блок. Мы ее вставили, если у вас в чате появился вот такой длинный, не знаю, там, текст, да, какая-то длинная сказка, то это означает то, что команда успешно установилась. Сейчас ее просто-напросто нужно включить. Вот как она включается, прямо эльфиева, как... Ух ты, ни хрена себе, башня какая-то строится. Нужно было, наверное, где-то в другом месте строить, но все же пофиг. Это мы, ребята, создали, но... Сейчас мы создадим еще одну такую же постройку. Знаете зачем? Затем, что создатели команд наконец-то поняли, что если разделить командный блок, если разделить команду на две таких постройки, то, ребята, у вас будет меньше лагов. Если с одним командным блоком, который длину там 50 блоков, у вас, в принципе, будет лагать, потому что охренеть, как много командных блоков, то если вот эту команду разделить на два командных блока, ну, в смысле, на две вот такие постройки с командных блоков, то это все будет намного, намного стабильнее работать и не будет очень сильно лагать Майнкрафт. Вот сейчас у меня с одной командой уже было где-то 50 FPS, вот сейчас я создал еще одну, и у меня стало опять 90 FPS. Поэтому, ребята, вы видите то, что все-таки это думают. Все, ребята, мы создали... Сейчас мы можем стать полноценными ассасинами. Ну, не прям ассасинами, как, например, в настоящей ассасинке. Но все же, знаете, это же Майнкрафт, тут придумают хоть что. Поэтому мы хотя бы постараемся стать ими. Это все, что мы можем скрафтить. Сначала нам нужно скрафтить. Нам нужно скрафтить. Что, ребята? Да, нам нужно скрафтить, конечно же, костюм ассасина. Это самое главное, что вообще присутствует. Как это все делается? Мы выкидываем шлем, на него выкидываем золотой блок. Потом выкидываем тунику, на нее выкидываем золотой блок. Потом штанишки, трусишки выкидываем, на них выкидываем золотой блок. И последнее выкидываем носочки. И на носочки выкидываем тоже золотой блок. И мы, ребята, сделали себе сет ассасина. Ну, конечно, прям ассасин не ассасин, но все же, ребята, это же Майнкрафт. Но, в принципе, выглядит довольно-таки просто, я согласен. Но называется оно все-таки Ассасин Бутс, Ассасин Гревс, ну, как бы штанишки, панталоны там, да, туника, точнее, курточка, шлемак,
и носочки. Даже вот тут есть какое-то описание. Скрытность — это ключ. Эта броня очень легкая, но зато очень хорошо защищенная. Эти штаны очень офигенные и очень, очень подвижные, да, то есть можно их, как это сказать по-русски, имеют большую, я не знаю, там, ну, короче, они позволят вам прыгать очень-очень высоко, если вот так переводить. И ботиночки, ну, как бы, это тоже можно сказать дополнение до штанишек, то, что... Ты можешь бегать, ты будешь легче самого перья и можешь бегать еще намного быстрее. Давайте посмотрим, что же нам дали эти все штанишки. Короче, вообще сет ассасина. Нам дали скорость 2 и прыжок 2. То есть, если мы вот это снимем, ничего не будет. А если мы оденем, то сет ассасина нам дает двойную скорость, то что мы будем бегать еще намного быстрее, и также мы будем прыгать намного быстрее. Как вы видите, если мы будем передвигаться, я прям специально выбрал такой город, который будет напоминать, ну, хотя бы чуточку Assassin's Creed, потому что в Assassin's Creed, ребята, вот эта построечка, которая находится в Париже, все-таки присутствует на вот этой карте. И также в игре Assassin's Creed она тоже присутствовала. Поэтому я специально выбрал такую карту, такой, в таком стиле, да, то есть, во, прям офигеть, какие тут крутые всякие крепости, реально очень даже круто выглядит с этим небом. Ребята, это, вот это небо крутое, это обычный текстурпак. Если вы имеете желание скачать и поиграть с таким текстурпаком, ребята, пожалуйста, я оставлю для вас ссылочку. Текстурпак будет в описании. Заходите, скачивайте и играйте. И устанавливайте себе в ванильный Майнкрафт вот такое небо просто-напросто с помощью обычного текстурпака. Ну вот, ребята, мы вернулись. Можем быстренько прыгать, можем быстренько бегать. Но это еще не все. Дальше давайте мы, допустим, возьмем паучков. Допустим, мы возьмем паучков. Вот так. И скрафтим себе меч. Отравленный клинок, если, ну, дословно говорить. Он также крафтится с одного железного меча и также с одного золотого блока. Это меч отравлен. И, что самое крутое, давайте посмотрим сначала... давайте посмотрим сначала на одного паучка. Мы его отравляем. Еще раз давайте стукнем. Как вы видите, мы его отравляем, если мы ударим этим мечом. Но это еще не все. Почему не все? Потому что если тут 3 паучка, мы ударили одного паучка, а отравились 3 паука. Этот уже убежал, так что этот не отравится. Но, ребята, этот меч обладает массовым уроном. Если мы заспавним тут кучу паучков, допустим, и ударим, то все получат урон. И давайте вот сейчас мы всех убьем с одной атаки. Смотрите. Вот сейчас. Убили. 4 пауков мы убили только с того, что ударили одному по его наглой роже. То есть этот меч имеет массовый урон. Это офигеть как круто. Вот это реально очень круто. И вот этот меч мне реально даже очень сильно нравится. Мы приступаем к следующему итему. Что он делает? Мы просто выкидываем удочку на землю и также ее соединяем с золотым блоком. И мы получаем супер рыбацкую удочку. Сейчас мы можем идти охотиться на щуку, даже дельфинов нахрен с озера можем вылавливать. Ну, конечно, это все-таки шутка. Что же делает эта удочка? Опа! Конечно, я кинул так охрененно. Не очень круто я кинул, но все же, ребята, мы можем вот сюда запрыгнуть. Да, конечно же можем. Вы видите то, что... кто играл, ребята, кто играл в игру Just Cause? То есть 1 декабря вроде выходит новая часть. То есть выйдет третья часть игры Just Cause. И вот почему-то эта удочка мне напоминает больше вот эту игру, где у вас на руке был такой крюк. Я не знаю, кто играл. Там вроде... Вы были каким-то наемником, и вы сражались против какого-то там панамского правительства на каком-то острове. Игра, если честно, офигеть какая крутая, там разрушаемость больше, наверное, чем в Battlefield.
и прям летать, прыгать, стрелять, офигеть, там даже самолет. Короче, наверное, больше возможностей, чем той же GTA 5. Игра мне офигеть как понравилась, я ее прошел вроде 2 или 3 раза. Она просто очень развлекательная, настолько, что вы раз в нее засядете и больше не выйдете до того, как ее пройдете. Я не знаю, кто-то слышал о ней, кто-то не слышал. До того времени, как выйдет третья часть этой игры Just Cause, пройдите, ребята, вторую, я вам прям советую. Но, о чем речь? О том, что вот эта удочка мне больше всего напоминает крюк с этой самой игры, потому что с тем крюком вы могли вот так кидать, куда летел крюк, куда он, куда он прикасался, до какой поверхности, да, или, например, куда-то на крышу, то вы туда и притягивались. Вот поэтому мне этот вот поэтому мне вот эта удочка, если честно, больше напоминает вот этот крюк, чем какой-то Assassin's Creed. Опа, давайте через окошко, прям стелф. Ага, если бы... А можно вот так, например, перекинуть? Можно, но я не там, конечно, оказался, где хотел бы, но все же. Опа, через окно, давайте быстро. Вот это реально круто. За нами погоня, ребята. Все. Вот, например, я не знаю, давайте какую-то сценку, допустим. Сюда погоня, там за нами. Все, враги нас окружили, мы куда-то кидаем туда удочку. Первый раз промахнулись, нам жопа. Перезагружаемся, чекпоинт. Второй раз киданули, нам опять жопа. Куда тут закинь ты уже, зараза? Вряд ли я вообще туда смогу закинуть. Закинул, но почему-то это не сработало. А если куда-то вот туда? Во! И все, ребята, смотрите, как мы выбрались. Эта удочка прям офигеть. Наверное, какое-то произведение искусства, потому что... ладно, потому что куда она попадет, туда вы, ребята, и телепортнетесь, да, то есть присумонитесь, можно и так сказать. Это очень круто, потому что вы таким способом просто-напросто можете забираться на высокие постройки, вы можете просто-напросто лазать по крышам и убегать от, твою мать, от ваших врагов, да, то есть за вами где-то погоня. Вот тут погоня, вам нужно быстренько куда-то убежать, просто кидаете удочку, куда она попадет, нужно немного потренироваться, чтобы круто ее кидать, например, куда-то вот туда. Закинули. О, давайте, ребята, синхронизируемся. Мы можем синхронизироваться? А вот это уже вызов. Как вы думаете, ребята, сможем? Вот куда-то вот туда. Сможем? Да! Синхронизация. Вы помните, ребята, синхронизация? А, в Assassin's Creed. Это очень круто. Прыжок веры. Зафейлили мы прыжок веры, но все же, ребята, задумку вы поняли. Это, если честно, даже очень круто. Дальше, следующие итемы. Давайте это, в принципе, можно уже куда-то вот сюда выложить, да? Следующие итемы, что они делают? Сначала гейммод нужно включить. Следующий итем позволит вам исчезнуть, как любой ассасин или там даже какой-то ниндзя, да, то есть очень даже круто. Что делает вот этот итем? Что он делает? Кристалл исчезновения. Возьмите в руку вот этот предмет, чтобы создать облако дыма и исчезнуть, если переводить. То есть его не нужно активировать, его не нужно выкидывать, его просто-напросто нужно взять в руку. И как вы видите, мы просто вот так бегаем, давайте вот так, мы просто бегаем, учитывая то, что у нас есть костюм ассасина, который позволяет нам бегать со скоростью 2 и также с прыжком тоже 2. Если мы берем вот этот кристалл исчезновения, то враг вас, например, с тех же стрел или даже с того же меча уже не сможет добить, потому что, ну, это не так-то и просто увидеть кого-то в этом облаке дыма. Но это еще не все. Когда мы вот это выключаем, нам на 4 или там на 3 секунды дается невидимость. То есть после... Вы создаете само облако дыма, через которое ваш враг, в принципе, не сможет вас увидеть, не сможет попасть в вас стрелой, не сможет вас ударить. Потому что это, в принципе, сложно, да, то есть через вот это все облако дыма. Но после того, как вы его уже используете, даже ваш враг уже растеряется. Облака дыма уже нету, но он куда-то пропал. Если вы вообще снимете броньку, то есть
Ага, нет, все-таки это не работает. Работает только с помощью костюма ассасина. Вот так. То ваш враг, в принципе, вообще растеряется. Я не знаю, ребята, вот когда ты становишься невидимым, вот это твое тело, когда исчезает, а бронька все-таки остается видимой. Это видно только для тебя, то есть, чтобы ты сам мог увидеть, где твой персонаж находится. Или это также видно для врага, или враг все-таки этого не видит. Я, ребята, честно не знаю, я если честно, это никогда не пытался протестировать, но я буду надеяться, то, что все-таки враг тоже не будет это видеть. Вы выходите из облака из дыма, и вам на 3 секунды дается еще невидимость. Это очень даже круто. Но, ребят, это еще не все. Следующий предмет, мне кажется, он даже очень читерный. Прям настолько, что с ума можно сойти. Но все же я вам решил его показать. Это прям охренеть, какой читерный предмет. Но давайте посмотрим, что он делает. Мы выкидываем сахар и выкидываем еще один золотой блок. Escape. То есть побег, можно и так сказать. Зажми, то есть возьми быстрый слот, чтобы быстро побежать. Но насколько быстро, это просто охренеть. Вы, ребята, видите то, что насколько быстро он бегает. Ну, мне кажется, автор, ты немного переборщил со скоростью, потому что это охренеть, какая большая скорость. Мне кажется, не нужно было вот так это все делать. То есть можно было бы, наверное... Наверное, чуть-чуть поменьше сделать, потому что если я даже на шифте бегаю, то вы видите, как я быстро передвигаюсь. Но, все же, если мы возьмем этот кристалл исчезновения, и потом, когда мы его уберем, у нас появится 3 секунды невидимости. Мы только что там были, взяли вот этот кристалл, там еще, наверное, дым даже не пропал, а мы уже на другом конце мира. Вот смотри, ребят, вот смотри. Враг, тут враг, нам нужно сбежать, кристалл. И враг сидит и ждет. Ух, сейчас вот этот дым пройдет, я ему там жопу его напинаю, ага. Дым еще не успел пройти, а мы уже на другом конце мира находимся. Ну, все же, мне кажется, действительно, вот этот... вот этот сахарочек, да, как его можно назвать, немного, да, переборщили с его скоростью, но все же, пускай она будет, учитывая то, что у нас еще и скорость сама по себе костюма 2, то с этим это, ребята, вообще офигеть. Но, в принципе, это все, больше мне нечего показать, это все, что я хотел и, если честно, даже мог вам показать, больше просто-напросто в этой команде ничего нету. Давайте убьем себе, потому что я не помню, где вот это, вот, ой, твою, вот так. Больше, в принципе, ребята, нечего показать, но я надеюсь, то, что вам вот это понравилось, потому что команда реально очень крутая. Я буду очень сильно рад, если вы поставите лайк, я вам еще расскажу, потому что если мы наберем 700 лайков, то завтра же выйдет новая серия без модов, где мы, допустим, рассмотрим... О, а давайте так, ребята, если мы сегодня наберем 700 лайков, и завтра должна будет выйти новая серия, как я уже вам сказал в начале серии, то, что если мы лайки наберем, а серия не выйдет, вы будете иметь полное право добавить меня в друзья ВКонтакте, попросить у меня подарок, чтобы я вам его сделал, и также я вам распишусь на стенке, и, возможно, даже сделаю какую-то сигну. Но все же, ребята, видео я постараюсь выпустить, у нас такое, знаете, небольшое соревнование, кто первый проиграет, или Эдисон не выпустит видео, или я не знаю, или мы лайки не наберем, но все же, ребята, если мы лайки наберем, я вам обещаю то, что выпустишь, то, что видео выйдет. Да, в принципе, в любом случае вы будете в выигрыше, потому что даже если видео выйдет, то вы посмотрите видео, а если видео не выйдет, то вы получите от меня подарки. Но все же, ребята, если мы наберем 700 лайков, то завтра выйдет следующая серия без модов, где мы рассмотрим, как стать росомахой. Да, ребята, мы станем Логаном. И это будет очень даже круто, мне кажется. Но хотите ли вы этого или нет, посмотрим, ребята, сегодня. Также не забываем оставлять комментарии, общаться с своими подписчиками. Если ты не веришь, что я отвечу на твой вопрос, то все, что тебе требуется, это просто-напросто написать свой комментарий под этим видео. Я с удовольствием его прочитаю и также на него отвечу. И последнее, что самое главное, я буду очень сильно рад, если вот ты, чувак, подпишешься на мой канал. Я рад каждому, прям, ребята, каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому ты, чувак, подписывайся, я, если бы мог, я бы тебя обнял, честное слово. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.